Я не знаю, я здесь... Я тебе не знаю, что сделаю. Я его в пати добавляю, чтобы он на мной издевался. Он всегда, ребят, на мной издевается. Вы бы знали, как... А вот и Катя пришла. Я слышу, как она домой зашла. За твое здоровье. 18% уже 18%. Кать! А может это не Кать, а может это грабитель пришел с ключами по столу постучал, грабит там мою комнату, а я стримлю. Сейчас, секунду. Ты чё, дурачок? Вот я уверен, кто угодно сейчас придет. Вот. Стрим идет полчаса! Я еще нифига не сделал! Только донат! Я не домер! Да, ты не домер! Ты ремод, да? Я не домер, а вот на машину. 20 тысяч. И в сумме уже 49. 55% на машину. Там даже больше, но 55%. Нет! 49! Ну, или 39. 49! 49! 35 минут идет стрим. Я за эти 35 минут все, что сделал, это 3 раза испугался, попил чай и все! Я даже не успел еще чат открыть, чтобы люди начали подписываться на канал, и чтобы люди в чат начали писать, и чтобы подписчиков всех на свободу выпустить. Ядрить-калать! А Саня тебе уже собрала на ремонт машины. Сама. Спасибо, Сань, большое от души, по-братски. Здоровья тебе и всем твоим близким. 5%, но на самом деле Саня уже собрала все 100%. Сама. Сани, я не успел тебе так... Да, ядри! Сани! Сань! Санчос! Сани задонатила 10 тысяч, говорит, я Юля. Да ладно. Привет, Катя. Последний донат. Я уж очень сильно надеюсь, что он последний, потому что у меня уже нервных клеток на этом стриме не останется, если это не последний донат. Сани! Санчос! Ты понимаешь, что 10, что 70 кусарей задонатила, или ты до сих пор не понимаешь? Я понимаю, ты нет, походу. Я еще до сих пор не сказал спасибо огромное за поддержку, потому что, ну, как бы времени еще не было это сказать. Она задонатила 70 тысяч. А у меня просто времени еще не осталось, чтобы сказать ей спасибо, потому что она мне не дает передохнуть просто. Донат за донатом. Я не успеваю на один донат отреагировать, она другой кидает. Я не успеваю на второй отреагировать, она четвертый уже кидает. Все, она сказала это... Она сказала, это был... количество людей, чтобы они... Сани пишет, я не ютубер и я не домер. Слушайте, ребят, ну мне кажется, реально, на стрим могут приходить не только домеры, пози и все остальные, кто может донатить огромные суммы. Мне кажется, могут приходить и не ютуберы. Поэтому хватит писать в чате, что это кто-то там, это кто-то там, это... Нет! Сани, ты сказала уже много раз... То, что это твой последний донат. Так почему же он не последний, если он должен быть последним, а? Скажи мне, пожалуйста, Сани. Вот я не знаю. Сани!
пожалуйста. Я тебя уже молю, спасибо огромное тебе за всю твою поддержку, но хватит. Это уже слишком долго. Я сейчас должен вот это, я сейчас должен все донаты прочитать. Саня, спасибо большое тебе за поддержку, я тебя прошу.